Единороссы на территории Тюменской области запускают новый проект. Об этом Андрей Артюхов объявил на конференции регионального отделения партии. Программа по благоустройству придомовых территорий многоэтажек называется «Наш двор». Ее координатором назначен замглавы администрации Тюмени Максим Афанасьев. Он, к слову, вошел в состав регионального политического совета «Единой России». Напомню, программа благоустройства дворов уже действует в нескольких муниципалитетах региона. Ее новатором и пионером был областной центр. Здесь она реализуется практически 10 лет. Только за лето 2016 года в порядок привели более 40 дворов, а благодаря новому партийному проекту ожидается, что эта цифра станет значительно больше.